Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. В жизни так бывает, что начавшаяся красивая романтическая история знакомства мужчины и женщины заканчивается драматично. Сегодня мы расскажем об одной из таких историй. Марина Ниелова к 1984 году была одной из знаменитых кинодив советского экрана. В ее кинобагаже к тому времени были такие замечательные романтическо-сказочные работы, как «Старая-старая сказка», «Тень», «Принц и нищий», «Осенний марафон», «Монолог» и много других замечательных киноработ. В личной жизни у актрисы в то время царило затишье. Она развелась с первым супругом Анатолием Васильевым, режиссером по профессии, и не думала заводить новых отношений. Пока на горизонте не появился он, обаятельный брюнет, молодой шахматный вундеркинд, обласканный прессой, находившийся в самом зените своей славы. Речь идет о Гаре Каспарове, человеке, сыгравшем определенную роль в жизни нашей героини. После одной из встреч между молодым 21-летним шахматистом и немолодой уже почти 40-летней актрисой вспыхнул бурный роман. По воспоминаниям знакомых, актриса была по уши влюблена в молодого гроссмейстера. Их роман продлился без малого 2 года, но все изменилось после одного события, которое, казалось бы, должно было еще больше сблизить влюбленных. Марина рассказала Каспарову, что ждет от него ребенка. Гарри смолодушничал, испугавшись ответственности, и тотчас ушел от полюбившей его актрисы. Поговаривают, на этом настояла мать Гарри Каспарова. Ниелова расценила поступок бывшего возлюбленного как предательство, после чего она надолго разуверилась в сильном поле, и казалось, ее сердце теперь закрыто навсегда для любви. Друзья Марины все-таки удалось ее познакомить с одним очень импозантным мужчиной, который стал для актрисы настоящим спасением. Кирилл Гевракян смог растопить сердце Ниеловой и заврачевать ее душевные раны. С дочкой Ниеловой Никой у Кирилла Мстиславовича сложились по-настоящему теплые дружеские отношения. В настоящее время актриса с супругом наслаждаются душевным покоем и изредка принимают гостей. Ника же нашла себя как скульптора. Ее работы выставляют в лучших художественных галереях мира. Может быть и хорошо, что у Ниеловой с Гарри ничего не получилось. Как говорится, Бог миловал. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!